параллельно с нами, что получилось, если применять его это тезисно? Тезисно. Значит, могу сказать, я врач-остеопат, работаю в клинике. Вот непосредственно человек знает, где я работаю, приходил, обращался ко мне, но не по методике БФМ, а по остеопатии. Хочу сказать только одно. Всех остеопатов, всех сюда, всех на столы, всех на обучение. Результаты поразительные, девочки. Уходят такие проблемы у людей, которые невозможно убрать ни за 10, ни за 20 сеансов остеопатии. Люди прекрасно себя чувствуют, дышат по-другому. У многих меняется жизнь. Очень благодарные пациенты ходят, приводят уже просто по, как говорит, сарафанному радио, и пациентов приводят. Очень большая помощь своим близким оказана. Мальчик ДЦП, 12 лет, встал на ноги сам. Я не могу сказать, что он бегает, но он встает с кушетки, он встает сам, и он уже доходит у матери до кухни. Но мама, к сожалению, увидела хороший результат, перепугалась и сказала мне такую вещь. То есть не все так прекрасно, как нам кажется, и как мы добро несем. Мама мне сказала, я не знаю, чем вы работаете, но ходить мы к вам больше не будем. Вот. Я говорю, дай бог, развивайтесь, все хорошо. И мальчик как бы, мальчик сам звонит, там спрашивает, Люба, что сделать, и в общем, все хорошо. Вот. По самолечению, значит, болела шейка бедра, все прошло, все закончилось, бегаю, все хорошо, травма колена ужасная была вторая. Вот, каждый день работаю, по 3-4 сеанса сама себя провожу, результат великолепный. Низкий поклон, огромное спасибо. Могла бы говорить 2-3 часа по тем пациентам, которые были. Пациенты увеличились в количестве, ничего не могу сказать. Вот, но могу еще добавить одно. Смотрите на руки, пальпируйте, идите за руками, смотрите, слушайте все, что здесь говорят, и применяйте. Не придумывайте свое, слушайте тело пациента. Спасибо. Ты выглядишь просто волшебно. Я тебя вспомню, меня фотографируют.